Всем привет! Пошла гулять за деревню. Возьму вас с собой. Тут какие-то бани разрушенные стоят, старые. У нас деревня устроена так. Сначала дом, потом огород и сзади баня. Сзади огорода. Но эти бани уже старые тут. У нас баня негодная, в ней уже никто не моется давно. А потом сзади бани идет усадьба, где сажают картошку. Там над лесом полоса белая такая, туман очень красивый. Какая-то влажность сегодня вечером. Сейчас выйду на дорогу, там, может, что-то поинтереснее найдем. Вообще не знаю, что снимаю. Это какой-то амбар, наверное, был. Потому что обычно ставят такие зерно, наверное, у них хранили. Это уже не баня. Вот так все заросло. Мы картошку сажаем только в огороде, потому что усадьба это... Очень много. Вообще у нас земля вот начинается от бани и до конца, до самой дороги полоса идет. Но если ее будем обрабатывать, это вообще надо все лето сидеть на этой картошке. Поэтому она уже давно-давно заросла. Может быть, когда-нибудь. Почему-то на видео у меня все гораздо светлее. Небо сейчас такое фиолетовое, а на видео оно голубое. Но не заморачивайтесь, это я художник, мне просто оттенки я вижу, что не те. Ладно, пойдем на дорогу. Тут на мотоцикле кто-то ездил, следы. В канаве вода стоит. Дорога у нас здесь не асфальтированная. Наверное, в ту сторону километров 10 нет асфальта. И в ту сторону также его нет. Но сейчас она подсохла. А вообще, вот когда снег сошел с дороги, была очень плохая дорога. Сейчас она еще нормальная. Но все равно средняя скорость машин 10-20 километров. Красивый туман. Прям полосочкой. Вечером тишина, и только собаки лают. Там чье-то гнездо. Птичка какая-то живет. Вот машина нам попалась тогда, когда я выходила на дорогу, и до сих пор она едет, никак не уедет. Видите, как проминается дорога. Провалюсь еще куда-нибудь. Вон еще гнездо. О, там моя собака лает, значит, папа с рыбалки пришел. Слышно, я ее по голосу узнаю. Ну, Мамука, которого вы видели на моих роликах. Иногда он же к нам тоже кушать приходит. Там дерево какое-то распиленное валяется, откуда оно здесь? Вроде бы не было здесь никогда большого дерева. Свезли, может быть, как мусор. Почему не на дрова? Странно. Пойдем дальше, посмотрим. Иду прям вообще посередине дороги. И никто меня тут не задавит, никого тут нет. Ни сзади, ни спереди. Надо велик доставать. У меня где-то он во дворе стоит, там колесо надо отремонтировать. Вот видите, тропочка, она ведет в соседнюю деревню. Напротив, на той стороне у нас деревня.
Там уже почти никто не живет, мало народу осталось. Но зато строится новый дом. Сейчас я вам его покажу поближе. Большой дом такой, двухэтажный или трехэтажный. Из дерева полностью. Очень красивый. Там еще какие-то рядом постройки. Машина едет. Что бывает достаточно редко. Кто-то по дороге бежит. Я не поняла, собака это или заяц. А это из нашей деревни машина едет. А вообще кто-то дорогу ей перебегал. Странно, кто это был? Зайчик какой-нибудь. И куда же он скрылся? На поле убежать он не мог, тут одна вода. Заяц, выходи. Выходи, подлый трус, тут одна вода. Куда ты мог прыгнуть-то? Бежал маленький, прям вот под колесами у нее. Она его ослепила светом, и он бежал. Он же не мог уплыть. Это же заяц. Зайчик. Нету зайцев. Вон как тут водичка течет. Тут труба под дорогой проходит. Где же бобры? Что-то нет ни одного бобра. Я сейчас майского жука, кстати, видела уже. Сегодня 16 что ли, апреля. В общем, середина апреля, а уже майский жук. Вода очень близко к дороге. Березы почти в воду упали. А, это тут трактор, наверное, что-то чистил. И их туда смял. И здесь то же самое. А вон бобровый дом. Такой, как стог сена, только из палок. Не знаю, видно его вечером, нет? Вот бобровый домик. Совсем темно. Вот очертания. А вот отсюда лучше видно. И ничего там не видно. Надо домой идти, уже темно на видео. Ну все, пока. Прогулялись со мной.